Утро выходного дня участницам проекта «Жги шоу» не до отдыха. Тренировки пропускать нельзя, как и встречи с диетологом. Это уже шестой урок, и тема дня одна – питание и вес. Сейчас цель занятий в фитнес-клубе «Fitcurves» – разогнать метаболизм. А это значит, увеличилось количество потребляемых килокалорий. Контрольные взвешивания пока радуют не всех. Тренеры утверждают, это ненадолго. Трудно. В результат верю. Но бороться трудно, потому что трудно выдерживать 2000 килокалорий. Мы производим еженедельные замеры на медицинских весах, которые показывают и мышечную, и жировую. И даже если женщина говорит, что все правильно, но я вижу, если жиры растут, ну значит мы допускаем компромиссы. Первые 3 месяца программа нацелена на то, чтобы поднять мышцы. И вроде на весы встаешь, ну как вес не показывает снижение, но это не значит, что его нет. Внутри идет перераспределение, мышцы прибавляются, жир снижается. После серьезных разговоров с диетологом и небольшого перерыва участницы вновь отправляются на тренировки, и в конце концов насыщенный физическими нагрузками день заканчивается вознаграждением – отдыхом в бассейне. Наша самая отдушина в такой невесомости, в полетности, как в космосе. Так здорово вообще, класс! После усиленных тренировок полезно поплавать. Сердечно-сосудистая система успокаивается, приходит в норму. А благодаря сопротивлению, которое оказывает вода, мышцы получают естественный массаж. Но и тут участницы проекта стараются организовать свою аквааэробику. Каждая девочка советует свое упражнение. Вам еще мало? Нет, там достаточно, но здесь-то вода, кажется, все намного легче. Подошла к концу еще одна неделя полугодовой борьбы с весом, но проект продолжается. До августа участницам предстоит показать не только лучший командный результат, но и личный. На кону собственное достоинство.